Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Вітаємо вас у проєкті Української асоціації футболу та нашого офіційного партнера Національної збірної команди України з футболу торгової марки Parimatch, що називається Breakfast with Champions, тобто сніданок із чемпіоном. Ми вже мали досвід такого спілкування 2 тижні тому із капітаном національної команди Андрієм П'ятовим та Олександром Караваєвим. Ну а сьогодні продовжуємо ми, власне, цей досвід. Так, і будемо продовжувати наше спілкування. Сьогодні ми дещо розширюємо географію і виходимо за межі України, поговоримо з тими нашими гравцями, які грають за кордоном. Ну і, власне, зустріли карантин за кордоном. І перед тим, як їх представити, маленький анонс того, що сьогодні у нас є приз для наших активних учасників. Це ось така книга, яку видала торгова марка Parimatch. Нова книга легендарного Хосепа Гвардіоли, чи Жозепа Гвардіоли, як каталонською звучить його ім'я, Пепс Сіті, авторство Лу Мартіна та Пола Балуса. І, власне, ця книга розповідає про те, як Пеп повністю змінив менеджмент Манчестер Сіті та встановив нові приходи в британському футболі. І, власне, це вже третя книга, яка є в бібліотеці Parimatch. Попередні дві – Пеп Конфіденційно та Еволюція Гвардіоли. Ці дві книги можна безкоштовно скачати в онлайн-бібліотеці Parimatch. Ну що ж, друзі, оце був анонс, а зараз дозвольте мені представити сьогоднішніх гостей. Я знаю, що ви їх чекаєте. Це ось вони, наші друзі: Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, гравці національної команди України, гравці, відповідно, Манчестер Сіті та Аталанти. Доброго ранку, хлопці! Доброго утра всім. А також представник торгової марки Parimatch, офіційного партнера національної збірної команди України з футболу, Вадим Ярославович Місюра. Йому, як автору цієї ідеї, надамо перше ранкове слово. Смачного і доброго ранку, Вадиме. Спасибо, Олександр. Добрий день, дорогі друзі. Доброе утро, потому что это завтрак. Наш бренд Parimatch продолжает сегодня поддерживать украинский спорт, и мы вместе с вами продолжаем серию онлайн-встреч с украинскими спортсменами. Как вы знаете, у нас уже было достаточно много известных украинских спортсменов, и нам сегодня приятно поприветствовать, ну, я считаю, мастеров мирового спорта, наших украинских звезд, это Руслана Малиновского и Александра Зинченко, и мы вам очень благодарны, ребята, что вы согласились принять в этом проекте. Мы убеждены, что этот проект сегодня очень важен для нас здесь, в Украине, потому что мы в первую очередь гордимся тем, что сделала наша украинская сборная. И в вашем лице мы хотим сегодня вас поприветствовать, потому что это действительно здорово, что мы попали на чемпионат Европы. И, может быть, цифры в нем поменяются немного, но он, я думаю, будет. И мы гордимся тем, что являемся партнерами нашей украинской сборной. Мы убеждены, что также поддержки, видимо, надо, и мы должны поддерживать наших ребят, которые сегодня находятся за границей. И поэтому все вместе вот мы собрались и позавтракаем, поговорим, лучше узнаем. В прошлой встрече, Александр, если помните, наши ребята очень много говорили примеров разных, на кого они ориентируются. И я убежден, что этот проект также очень важен для нас, для наших детей, для молодежи в спорте, потому что мы убеждены, что сегодня у нас есть в Украине звезды, и мы теперь будем и можем ссылаться на эти имена, которые несут наше знамя Украины в мире. Спасибо вам, ребята. Ну, давайте завтракать, наверное, все вместе. Так, друзі, смачного. Ну що ж, зараз онлайн-зустрічі – це наша реальність. Ми постійно бачимося з друзями в онлайні. І Руслан, і Олександр, от, напевно, ви вперше побачились за ці дні, за ці тижні, вже місяці, ось так в онлайні. Скажіть, будь ласка, як сьогоднішній сніданок у вас розпочався? Руслане, з тебе розпочнемо. Чи для тебе це кава з самого ранку, чи щось інакше? Чим снідаєш? Ну, на самом деле, ні, у нас завтрак постійно – це овсянка з бананом, з кліновим сиропом, от це.
основное блюдо на завтрак. Быстро приготовили, быстро покушали, потому что нету такой возможности сидеть по полчаса, по часу завтракать. Потому что есть маленький моторчик у нас, которому нужно внимание, поэтому сколько времени, максимально быстро стараемся завтракать. Ну, але все ж таки каву ти п'єш, і я чув від тебе про гейзер, ну я підготував, щоб тобі показати. У мене теж є гейзер на пивоварка, бачиш? Ну, конечно. У тебе схоже? Ну, у мене така ж, тільки у мене білий. Так що каву, але каву ти сьогодні попив вже, так? Якщо ні, то можна попросити. Конечно, конечно. Попросити дружину зробити. До речі, хто робить сніданок, ти чи дружина? Чи ви чергуєтесь? Ну, завжди по-разному. Хто ночью більше устав, хто менше спав, тот не робить. Тот, хто більше спав, тот займається завтраком і приготовленням кофе. Сьогодні хто робив? Сьогодні я робив, тому що я спав віддельно сьогодні. Так вийшло. Ну так, це маленькі діти, що зробиш, таке буває. Олександр, у мене сьогодні, у мене вихідний ночний. Я зрозумів, ясно. Олександр, ну всі знають, або багато хто знає, таке поняття як English Master Breakfast. Це такий англійський ситний сніданок, де є яєчня, ковбаса, бекон, хагіс, схожий на нашу кров'янку, підтомлені помідорчики. Чи ти полюбив цей сніданок, чи у тебе інакший? І чай з молоком, да, в кінці ще? Ні, у мене чашка кофе, це навіть не дають в конторах ніяких, ні в парімач, ні де. Сейчас эти дни приходится доедать пасочку, поэтому завтракаем пасочкой с кофе. Ну, я на самом деле стараюсь меньше кушать, потому что, к сожалению, не получается давать организму и телу те нагрузки, которым мы привыкли, поэтому стараюсь так два раза в день. Вчера вообще у меня был сухой день, так сказать. Больше на воде, поэтому я не скажу, что я плотно. Обычно я завтракаю очень плотно, потому что, как говорят, у нас завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Я так придерживаюсь этой фразы. Зрозуміло. Ну, ми знаємо, що ти у Вінниці, Руслан, власне, там, де й був на початку карантину, в Бергамо, як кажуть італійці, Бергамо часом у нас роблять такий наголос. Руслане, ми знаємо, що це місто там дуже серйозна складна ситуація, і багато людей захворіли, і, на жаль, і померли, в тому числі у клубі. Ми бачили в інстаграмі, дружина твоя викладала відео, ви недавно здійснили невеличку прогулянку. Чи зараз щось змінилося в плані якихось пересторог по карантину? Чи можна виходити там прогулятися, можливо, раз на день чи біля свого будинку? Як зараз ситуація виглядає? Ну, ситуація намного краще стала, тому що нагрузка на больницю головну, яка в Бергамо, вона значительно уменьшилась, і не так багато пострадавших, як було. І по поводу виходити на вулицю, просто гуляти не можна. Просто такого нету. Ждем 4 мая. 4 мая должны пересмотреть, что-то поменять, может что-то, какие-то блокировки снять. Но можно только в магазин. Мы не гуляли, мы ходили в аптеку, и нужно было в детский магазин зайти. Мы так комплексом сразу же одной ходкой в два места зашли, то есть чисто за покупками. А так, чтобы гулять, просто с колясочкой выйти прогуляться, так нельзя. Зрозуміло, обмеження діють так само і в Україні. Зараз от до 11 травня продовжили карантин. Про це вже, зокрема, і Олександр знає, він уже з цими реаліями. Хоча зустрічав карантин в Англії. І, Сашко, там в Англії одразу не було такого жорсткого режиму. Навіть навпаки, була ідея, думка, що спочатку все мають перехворіти навіть достатньо багато англійців. Розкажи про свої спостереження, як це починалося, як змінилося, поки ти був в Англії в плані карантину, вставлення людей до карантину. Изначально они вообще решили не делать карантин, жертвуя экономикой. То есть они, я имею в виду, они жертвовали людьми, хотели жертвовать людьми ради экономики. То есть потом они в итоге, я думаю, что столкнулись с реальностями и увидели, что происходит в целом мире, и они решили ввести карантин. Но, к сожалению, это немножко сделали поздно, на мой счет, и поэтому в Англии, то есть такие жертвы, такие цифры, потому что там на самом деле цифры большие. Я застал карантин,
Да, иногда выходил в магазин, и действительно, я никогда не видел, насколько опустошен Манчестер, потому что я живу в самом центре, и там практически как не выйдешь на улицу, там очень много людей. Но сейчас, то есть, люди даже ходят в гражданском, и это могут быть, то есть, может быть полиция, они могут тебя остановить и узнать, по каким причинам ты гуляешь и так далее, могут тебя просто на месте выписать штраф. В магазинах все как бы придерживаются правил, то есть я имею в виду, носят маски, перчатки. В этом плане, конечно, там все было правильно сделано, но, к сожалению, с опозданием. Так, звичайно, зараз усім дотримуємося цих заходів і так само чекаємо, не дочекаємося, коли ситуація покращиться для того, щоб вже в тому числі і футбол повернувся на стадіони. Зараз говорять про те, що, мабуть, це буде без глядачів. Відновляться ігри, але коли точно відновляться, невідомо. Хоча і серія А, і англійська прем'єр-ліга однозначно хочуть дограти сезон. Всі, напевно, читають новини і знають про те, що і ви теж казали. Зокрема, Олександр казав про те, що поки що у клубі немає інформації, коли треба буде інформація до 4 травня, коли, наприклад, треба повернутися до Манчестера, якого числа. А як Руслане у Аталанті, які там зараз орієнтири стосовно цього, чи дають вам якусь інформацію? Хоча б на даний момент яка є інформація? Нам, каждому футболисту, закупили беговые дорожки, поэтому нам каждую неделю присылают программу. И дома мы бегаем. То есть и программа все вот тяжелее и тяжелее становится. Вот в основном было до этого, каждую неделю присылали новый материал. Но на этой неделе прислали до 3 мая. То есть 3 мая выходной и... Конечно, 4 мая должно быть какое-то решение по этому поводу. Поэтому я еще не знаю, что будет, но вообще есть гипотеза того, что ты сказал, что будет чемпионат без болельщиков продолжаться, но я надеюсь, что так и будет. Но вообще в гипотезе, как государство хочет и как есть гипотеза, по которой они хотят как бы следовать, это то, что в следующем году только в апреле болельщики смогут вернуться на стадион. Ну так, про це говорять. Навіть от була інформація, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала УЄФА скасувати взагалі змагання до кінця цього року. Це, ну, звичайно, навіть не хочеться про це думати, бо це дуже серйозно призупинить футбол і що робити усім, хто з футболом пов'язаний. Будемо дивитися, як ситуація розгортатиметься. Я думаю, проблема не в том, что приостановить футбол. Тут проблема не проблема в болельщиках, я думаю, в первую очередь. Когда с Валенсией мы играли и был пустой стадион, мы подъезжаем к стадиону, а за стадионом толпа около от 8 до 10 тысяч болельщиков. Вот в чем проблема. Это не проблема в том, что мы играли при пустых трибунах с Валенсией. Проблема в том, что возле стадиона в Валенсии до 10 тысяч болельщиков встречалы. Это уже как бы... Вот в чем проблема. То, что я уверен, что все, ну, на хорошем уровне команды, и, то есть все могут организовать на высшем уровне, и это все будет безопасно, думаю. При правильном тестировании, правильном подходе. Но главное, чтобы болельщики понимали, что на данный момент вот такая ситуация, и не нужно никакие собирать компании, какие-то смотреть вместе где-то по 10 человек в одной квартире футбол. То есть, я думаю, вот это самое главное, что нужно понимать. Так, звичайно, люди повинні це розуміти, хоча зрозуміти вболівальників Аталанти десь і можна. Команда давно, для неї це історичний успіх в Лізі Чемпіонів. Команда вийшла до чвертьфіналу і все одно, напевно, зупинити всіх не вдасться. Але те, що ти говориш, важливо, тому що вболівальники повинні розуміти, що зараз такий час. Олександр, ну коли Руслан прокидається, зрозуміло, коли дитина прокидається. А як у тебе, як ти свій графік будуєш, спиш скільки хочеться, чи наставляєш будильник? Ну, в Манчестері, я скажу, у мене точно так же, я думаю, був підйом, як і у Руслана з Роксаною, тому що у мене два поросенка живуть, які теж около 6-7 утра просяться утром в туалет. Поэтому
Ну, сейчас я приехал в Винницу и этих поросят сплавил тещи, поэтому могу спокойно уже выспаться наконец. Так, це И приємно. встаю Ну, где-то, ну, в районе 10 часов, если быть честным, 9-10. зрозуміло. Так що у кожного є свої, звичайно, в тебе були в Англії свої, як ти їх називаєш, діти, також на них звертаєш увагу. Вадиме, ви з нами залишаєтеся, але поза ефіром ми обов'язково ще вас підключимо по відео наприкінці нашої програми. Так що Вадим зараз дещо зникне з екрану, але він буде слухати нас і наприкінці ще свою думку, своє враження скаже. Я переходжу до запитань від уболівальників. Їх, звичайно, чимало є. І сьогодні я нагадаю, що у нас от є така книга «Пеп Сіті», де переднє слово вступне написав Олександр Зінченко. Дуже гарно, я прочитав, дуже цікаво було почитати. І твої слова, і взагалі книгу, і тут є цікаві слова і про самого Олександра. От, так що, оскільки ця книга, до якої ти, Сашко, маєш стосунок, то ти потім із запитань вибереш одне, і ми подаруємо книгу цьому уболівальнику, який переможе, на твою думку, який поставить найцікавіше запитання. Отож, друзі, ну що ж, запитання не завжди адресують до кого конкретно, але ну давайте, ну, наприклад, запитують, хай це буде питання до вас обох, найбільш жорсткий тренер у вашій кар'єрі і найбільш спокійний, це запитує Олег Тимченко. Олександр, давай розпочнемо з тебе. Найбільш жорсткий тренер в твоїй кар'єрі і найбільш спокійний. Хто був? Можеш сказати? Жорсткий, в плані чого жорсткий? В Да, я тоже плані не мог понять характера еще. агрессивный? В плане характера агрессивный или в плане того, что там тренировки такие, что просто с Но ума можно сойти? в плане характера. Я думаю, в плане В плане характера характера. имеется. Ну, Ну, мабуть, давай це так. питання коротке, тому Как бы треба вже здогадуватися. вспыльчивый, знаешь, как бы эмоциональный и более спокойный. Руслана, ти вже маєш якусь відповідь, бо ти як зрозумів Да, у запитання. меня уже есть, конечно. Но у меня самый Давай ти вспыльчивый это, начни. конечно, тренер Аталанты Джанпиеро Гасперини, ну а самый спокойный это Олег Георгиевич Кононов, с которым работал в Севастополе. У него более все взвешено, все более спокойно, но более все продумано, можно так сказать. Олександра, ти вже подумав, Чесно. хто би був цими? Ну, самий спокійний, так це точно в ПСВ Баку. Потому что, ну, я за целый год, то есть как бы команда не играла там в первом тайме или на тренировках, там бывали такие ситуации, когда просто, ну, команда вяло ведет себя или вяло играет. То есть я всегда ждал какого-то всплеска, но я так Олександр, его можливо, не трішечки дождался. під. Слышно меня? Я не слышно? Сашко. Да, Сашко завис, походу. А меня слышишь, Руся? Да. Тар, ты что ищешь? Внутри. А, тут? Где ты там? О, так Сашко отключился, походу. А, так давай друг друга поспрашиваем. Ой, ё-моё. Будем скоро колоть его, Русь. Иди сюда! Иди сюда. Иди сюда, второй. Два агрессивных. О, Ё-моё. какие два поросенка у меня. Бегают, хрюкают. Ну, ты слышишь, ты готов уже ко всему после двух, я думаю. Старик, честно я тебе скажу, просто ко всему поверь. Я вже повернувся. Ви не розгубилися, ви молодці, розібралися. Я тим часом вивалився з ефіру. Прекрасно. У нас вже є чудові песики. А як їх звати, друже? Як звати одного і другого? Луї і Мія, а не брат і сестра. Луї і А Мія. как ты их различаешь? А вот еще один поросенок. Смотри, какая принцессочка. Привіт. Які у нас Какая она тепло красивая, чудові Русик. Русик, настолько красивая, хорошо, что в Роксану пошла, а не в тебя.
Она в двоих пошла. Ой. Она может только... Она тоже может порычать, кстати. И похрюкать. Да, Левочка? Какие глазки красивые. Чудово. Сашко, ну что, мы будем друг на друга смотреть или будем спрашивать? Не, я дивлюся на вас и просто милуюся. Такий гарний сімейний у нас ефір. Якраз от ці наші найближчі, вони і допомагають нам у цей непростий час карантину пережити ці непрості моменти. Правда, друзі? Конечно, конечно. Да, это без этого было бы тяжелее. Перед тем, как пропал у нас зв'язок, Руслан, я тебе запитував якраз про Гасперіні, бо ти сказав, що він такий імпульсивний, ну і він з іншого боку цікавий в плані тактики. Як тобі з ним працюється, із цим наставником відомим? Ну, в плане тактики, конечно, у него очень такие идеи специфические. Не все такой футбол играют, как он требует, поэтому это очень интересно и познавательно в плане для футболистов, которые приходят в команду, и нужно понимать этот футбол. И для меня это очень, очень интересно. Ну, он очень эмоциональный, и, конечно, то, что здесь физическая подготовка должна быть на высшем уровне, это, я думаю, всем понятно. Не знаю, потому что если мы не на топ-уровне по физической подготовке, то есть если мы физически не готовы, тяжело играть наш стиль футбола, который мы играем. Поэтому это самое главное, чтобы быть функционально готовыми. Поэтому нам и дали дорожки, что уже за 3 недели, за 21 день, у меня он, там каждого программа, то есть сохраняется, там около 168 километров уже, по-моему, пробежал. То есть, ну, уже есть какой-то отрезок. Иногда меньше, иногда больше. Но бывают скоростные тренировки, где меньше дистанции, но интенсивность больше. Поэтому к чему-то готовимся. Надеюсь, скоро начнем тренироваться. Ми справді сподіваємося, хоча не знаємо точних орієнтирів. Олександр, ти коли почав говорити про тренера, потім дещо пропав зв'язок, ти сказав, що найспокійніший, напевно, Філіп Коку з ПСВ. А от хто найімпульсивніший, перервався зв'язок і ми не почули. Чи ти сказав, хто найімпульсивніший, чи так і не дійшов? На самом деле, на взрослому уровне я не могу никого выделить. То есть были, да, были тренеры, которые с характером, которые там показывали иногда свою агрессию, но что есть нормально. Но то есть, такого прям выделить не могу никого. Может быть, по детям, разве что это мой отчим, который тренировал меня где-то с 11 до 12 лет. Ну, я действительно не видел более агрессивного тренера в плане, что эмоционального тренера. Насколько он реагирует на ситуацию, это надо было видеть, честно. Но по взрослому уровню я действительно не могу никого выделить. Все агрессивные, все эмоциональные по ситуации. Тут якраз стосовно тренера є запитання одне із колег-журналістів, бо вони також запитують, а саме із нашого сайту Української асоціації футболу, чи були, власне, якісь настанови, які вам ПЕП дав, коли ви виходили на карантин, загальні чи, можливо, особисті, яким чином саме працювати, можливо, на що робити акцент, скажімо, чи говорив він вам про тренувальний процес, коли вийшли на карантин? А здесь ничего не придумаешь нового. Я думаю, что все тренеры говорили своим игрокам точно такие же, давали точно такие же установки. То есть стараться не набирать вес, держать себя в форме, хорошей физической и психологической. Ну и в принципе, здесь больше ничего не придумаешь. Я чув, что ты жартуешь там, что ты можешь уже группу детей набирать. Справді у тебя там, где ты есть зараз у Вінниці, есть майданчик футбольный, где ты занимаешься. І ну, принаймні, ти сам, чи може, ну, в тебе є наречена, з якою ти можеш займатися якісь футбольні вправи? Футбольного поля нет, футбольного поля, к сожалению, нет, но територія така, що здесь, слава Богу, можна держати себе в формі і делать все возможное, що от тебе требується. Наречена, я вже жду наречену другий місяць, но что-то, я имею в виду, по поводу спорта, но... Что-то пока у меня не получается, много дел. Но на самом деле все равно набить 100 раз она может уже хорошо. Ну так, ми пам'ятаємо, деякі відео були в Інстаграмі, як ви працювали удвох, били по воротах. Ну і зрештою, двоє можуть займатися, більше двох не можна, а двоє можуть займатися. Так що можна цей варіант використовувати.
Руслане, запитує також болівальник, які для тебе три найпам'ятніших матчі за збірну України, а потім і Олександра це запитаємо. Самі пам'ятні? Так, да, три. Я думаю, перший гол Італії в Генуа. Це такий, давно хотів забити за збірну, перший гол забив. Тобто, потім... Ну, даже я могу сказать 4. Это чехам гол, который, когда мы выиграли группу в Лиге наций. Сербия во Львове. Разнос такой легенький. И Португалия в Киеве. Так, да, це правда, матчі незабутні. Сашко, а ти що скажеш? Тебе ті ж самі матчі чи якісь? Так, он 4 матчі назвав. Он 4 матчі назвав, так нечесно. Треба якось, якісь ти вважаєш, треба вилучити, да, із того списку? Ні, ну з сербами не вважається, так катком переїхали, ну, чесно. Олександр, а у тебе які вичилось? Для мене перше, що, ну, звісно, на умі, це збірна Португалії, тому що для всіх людей, для всіх українців це було просто событие. Вторая игра, наверное, это точно так же дебютный гол против сборной Румынии. И третья игра, наверное, за юношескую сборную U17 вместе с Головком мы играли Элит Раунд против сборной Германии. Против сборной Германии, где там играл этот Юлиан Брандт, Та, этот защитник с Байера, то есть там Вернер. Все вот эти играли сборники, и нас их устраивала и ничья, и победа. Нас только победа. Мы играли в Германии все три игры элитного раунда. И я помню, нас так возили рылом. Просто я в жизни так просто не был отполощен, как там. Я просто коснулся раза четыре мяча за всю игру. На 25-й минуте мы получили красную карточку. Это было что-то, сейчас нас так полоскали, я просто не могу перед словами. И мы просто выигрываем игру на 70-й минуте. Андрюха Борячук вышел на замену и забил головой. И эти эмоции. И мы выходим в финальную стадию чемпионата Европы, а Германия не выходит. Это было что-то. Эти эмоции я не могу передать словами. Я тогда просто неделю не мог спать. До речи, ты сгадал за Борячука. У него сегодня день рождения, так что витаем его с эфиру. 23 квітня. Я не помилився, правда? Да, 23 апреля. А до речі, на тому Євро ти потрапив до символічної збірної U17, символічної збірної чемпіонату, так що теж приємні спогади. І ще одна річ мені от зараз асоціативно згадалася, що коли ти вже почав перші свої кроки робити в національній команді, от я Головкові написав тоді, ну я думаю, що він порадів, звичайно, коли ти забив перший гол румунам, він мені і написав, що я тобі казав, що Зіна красень, так що він теж порадів за тебе. Це такі мої вже невеличкі спогади. Друзі, ну але ми згадали за збірну. Звичайно, перенос Євро-2020 на рік – це такий факт, який усіх засмутив, безумовно. І все ж таки, які думки у вас приводу того? Я розумію, що це питання дуже абстрактне, але часто це запитують у нас, в тому числі вболівальники. Це на краще чи на гірше ніколи не можна сказати, але які принаймні думки у вас викликаються? Ну тобто хтось у нас в збірні не бувши, можливо, готовий, можливо, зможе відновитися, а з іншого боку ніхто не знає, чи через рік хтось не травмується. Які думки у вас викликається і перенос Євро? Ну, в футболі ніколи не знаєш. Да, да. В футболі ніколи не знаєш, що произойде завтра. Це я по поводу травм. По поводу Євро. Ну, я думаю, есть более важные вещи на данный момент, поэтому его не отменили, его перенесли, поэтому если есть возможность перенести, мы его, хорошо, мы его не начали. То есть, если бы начали, это было бы более проблематично. То есть, перенести всегда можно, и я думаю, я надеюсь, что к следующему году все закончится, и мы проведем Евро как положено, но... То, что мы не станем слабее, это 100%, и будет еще, надеюсь, осенью будут игры, дай бог. Так что в этом я не думаю, что это проблема. Александр, что-то додашь до цієї думки? Как Рузик сказал, самое главное сейчас – это здоровье людей. Остальное все, как говорится, образуется и все будет.
По поводу игры сборной, конечно, обидно, потому что сборная была на ходу. Но если с другой стороны посмотреть, у нас травмировались такие ключевые игроки, как Еремчук, Степаненко, и за это время они наберут форму, я уверен в этом. Они уже это делают, если смотреть на Инстаграм их и так далее. Но, конечно, я считаю, что от нашей игры сборной зависит то, что чем чаще мы встречаемся, чем чаще мы нарабатываем какие-то схемы, свои отработки, тем лучше для нас. Как можно, конечно, хотелось бы как можно больше сборов до чемпионата Европы, и это будет нам только на руку. Потому что те же сборные топовые, которые там Бельгия, Франция на уме, там игроки действительно высокого класса, там у них по 5 составов может собраться, действительно более-менее равного состава, и все индивидуально сильны. То есть они наберут форму, там каждый игрок набирает, ну максимум возьмем месяц, они наберут форму и будут уже так, как они были, в такой же форме, как они будут в такой же форме, как были раньше. То есть для них это может быть, этот перенос Евро не сильно скажется, но на таких сборных, как мы, которые мы строим игру от коллектива, где у нас просто, если смотреть со стороны, наверное, сборная выглядит как один кулак, и никто не выпадает, ни один палец из кулака не выпадает, то, конечно, для таких сборных время, вот это самое главное, самое ценное, проведенное вместе. Це однозначно. Ну і також хочу сказати про те, от про збори ти говорив, справді вони важливі, але очевидно, якщо буде сезон дограватися і потім без паузи розпочнеться новий сезон, як ми сподіваємося, то виходить, що особливо пауз може і не бути, адже якщо так собі зараз поміркувати, наступної весни вже має відбуватися відбір на чемпіонат світу, так? Він має відбуватися восени, там де у нас цього сезону зараз весною мали бути товариські ігри, а потім одразу буде фінальний турнір. Ну, тобто, можливо, буде якихось два тижні, сподіваємося, якщо буде така можливість. Тобто, очевидно, що чекає на вас дуже інтенсивний сезон після відновлення. Ігри за іграми, очевидно. Да, времени на раскачку вообще не будет, поэтому чем быстрее каждый футболист наберет свою оптимальную форму и состояние, то тем будет лучше для всех. Такого не було ні в кого, звичайно, в кар'єрі ще, щоб такої великої паузи, ну і, власне, пандемії не було вже 100 років. Але ми сподіваємося все ж таки, що ми віримо, і він повернеться, футбол, питання тільки коли. Якщо говорити про збірні, то на даний момент залишається актуальним питання Ліги Націй. В всякому разі її поки що не переносили, у вересні поки що це заплановано, що будуть ігри. Хочу вас запитати про наших суперників, у нас дуже сильні суперники, це німці, швейцарці та іспанці. Як ви дивитесь на наші перспективи у цій групі? Руслане, хочу спочатку тебе запитати. Я думаю, це дуже далеко ми смотрим, якщо чесно. Я не удивлюсь, якщо буде такий варіант, що цю Лігу Націй можуть ще далі перенести, ще на 2 роки. Тобто, як варіант, тому що відборочні, як ти говорив, відборочні матчі на чемпіонат світу, игры чемпионатов, Еврокубки, сборные, ну, то есть много, очень много игр будет, и может до следующего года как-то не состыкуемся и могут тоже перенести это, поэтому это очень, ну, это очень далеко, ну, что могу сказать вкратце, это что очень хорошие команды высокого уровня, топ сборные, поэтому было бы интересно с ними сыграть, но до этого еще очень далеко. Ну так, це поки що найближче по календарю, і тому я згадав, що це може бути, але ти правий, що можуть справді перенести. Олександр, я тебе хочу запитати, от ви своєю грою заслужили грати у такій елітній компанії, в групі з суперниками, де нема слабких, як Іспанія, Німеччина, ну і Швейцарія я також скажу... минулого. Так. Ну, я скажу, що після жеребьовки я розмовляв з ребятами в команді, з тим же Родрі з Іспанії, з Кіндоганом, з Сене. И мы сошлись на том мнении, что действительно сейчас многие топ-сборные переживают не самый лучший момент, потому что если взять ту же Германию и Испанию, то у них вот поколение не то, которое было раньше. Я считаю, что сейчас с ними как никогда можно играть, тем более, когда сборная Украины на ходу, если мы в своей лучшей форме, в своем лучшем состоянии, мы можем спокойно дать им бой. И если посмотреть на ту же Испанию, действительно, взять эту Испанию и та, которая выиграла там, даже, допустим, последний чемпионат Европы в 2012 году,
то это совсем две разные сборные. То же самое Германия. Там много новых лиц, что есть нам на руку. И что по поводу сборной Швейцарии, то я думаю, что, на мой взгляд, это точно не та сборная, которая была в 2006 году, которую мы обыграли. Потому что сейчас у них там, ну, весь состав играет в топовых чемпионатах. И каждый футболист считается игроком мирового уровня. Поэтому, конечно, будет непросто, но тем не менее интересно. И для украинских болельщиков это будет интересно. И для нас это будет своеобразный тест. Проверить себя. Потому что все те высказывания там, многих людей по поводу того, что сборная Украины сейчас считается топом и так далее и тому подобное. То есть эти слова нужно подтверждать игрой. Поэтому это лучшая возможность, которая нам только может быть. Власне, запитання теж до цієї теми стосовно сезону. Святослав Василик з «Укрінформу» запитує, чи є серед гравців ваших команд дискусії на тему, чи варто догравати цей сезон, адже є багато мінусів, ми говорили, стислі сроки, порожні трибуни, ризик травм, друга хвиля епідемії. Руслане, чи є така дискусія, чи варто догравати сезон? Да, я думаю, я считаю, если не доиграть этот сезон, то, может, этого футбола и не будет в следующем году. Тоже нужно учитывать. Это задают люди вопросы, но нужно понимать, что клубы очень много теряют, и, то есть, в плане финансовом, трансляции, то есть им нужно платить зарплату не только футболистам, но много сотрудников. И как говорили Виталий, это не только футболисты и команда, те, кто на базе работает, те, кто болельщики. Это большая структура, это телевидение, люди, которые работают на футбол, миллионы работают. Поэтому если не будет футбола, если не доиграем этот сезон, пойдут большие потери, может, некоторые клубы пропадут, и в этом-то проблема тоже заключается. Поэтому я считаю, что нужно все меры предосторожности предоставить командам, то есть и трансляции, то есть телевидению, чтобы журналистам, чтобы это было безопасно, и доиграть этот сезон, а уже следующий сезон смотреть, потому что я считаю, что это важно, доиграть сезон. Олександр, ну, напевно, справді більш реально, що грати за порожніх трибун, як ти вважаєш? Я думаю, що це дійсно вихід із ситуації, тому що, як сказав Руслан, все упирается, опять же, таки в финансы. Уже даже, я думаю, мало кто смотрит на спортивную точку зрения, потому что клуб, допустим, изначально, возьмем любой клуб, даже там с АПЛ, тот же Crystal Palace, там, я не знаю, кто еще, пусть будет Crystal Palace, они изначально до сезона подписывают все спонсорские контракты, телевидение и так далее, рассчитывают на эту сумму. Из этого бюджета они делают зарплаты всем. И когда сезон не доигрывается, допустим, мы сыграли 70% сезона, они получат только 70% этих денег. А платить-то деньги им нужно, и где их брать? И действительно, новый сезон может и не начаться, потому что многие команды могут просто обанкротиться. Вот в чем проблема. А со спортивной точки зрения, конечно, каждый хотел бы доиграть чемпионат, потому что, ну, кто будет отвечать на те поставленные вопросы, которые сейчас есть? Кто вылетает, кто будет играть в высшей лиге, кто заходит с первой лиги, я имею в виду, кто будет в Еврокубках, кто борется за чемпионство. Ну, там, во многих чемпионатах уже, в принципе, чемпионство уже, в принципе, более-менее понятно. Но в тех, кто и где, непонятно. Даже Италия. Я думаю, Аталанта с ее игрой вообще может уверенно еще зацепиться. Я в это верю, я имею в виду. Там больше Лацио Юве. Ну, понятно, Лацио Юве, я к тому, что Еврокубки тоже и так далее. Ну, там есть Рома, Наполи, то есть там небольшой там зазор. А команда, которая попадает в Еврокубки, это не... Это сумасшедшие деньги. Один миллион, это сумасшедшие деньги. Трансляции, спонсоры от УЕФА, то есть... Это, ну, очень много. Но в первую очередь это, как я повторюсь, это большая структура футбола. Это не только вот футболисты и все. Это Сашко, большая мы тут, мы тебя структура, чуем, которая... Да, мы тебя слышим. Это большая структура, которая... Если ее нарушить, будут большие проблемы не только у команд, а тоже людей. Люди потеряют работы, поэтому тоже это нужно учитывать. Тут, до речі, є запитання до теми, чи ваші клуби
переглядали зарплати футболістів на період карантину? Руслане, чи ти мене чуєш? Да, слышу. Тобто, чи переглядав клуб зарплати на період карантину, запитують глядачі? Ну, поки ситуація, ну, то есть у нас є бонуси за те, що ми вийшли з групи. То есть, ну, конечно, їх не було ще, ну, я думаю, что наш клуб не Аталанта, не здесь не такие высокие зарплаты, которые, поэтому клуб пока стабильный, но я думаю, если вскоре, может, за вот этот месяц, за апрель могут урезать. Еще пока не было таких разговоров точных. Ну, в любом случае, я думаю, что какое бы решение ни было, все никто не будет противоречить или спорить по каким-то моментам. Ну, на даний момент ситуація стабільна, поэтому посмотрим, как буде дальше. Олександре, а як у вас, ще клуб щось говорив з приводу можливого урізання зарплати? Да, ми обсуждали це все з руководством, це все ще в процесі переговорів, і я думаю, все-таки всі знайдуть общий знаменатель, і клуб прийме мудре рішення. Є запитання також від Football.ua, чи ви долучалися до якихось благочинних акцій, які пов'язані з боротьбою з коронавірусом, підтримкою людей у цих складних ситуаціях? Ну, здесь ми в Італії, у нас то есть були вот бонуси і зарплати, то есть кожен футболіст зарплати знімали на допомогу госпіталю в Бергамо. То есть там, там приличная сумма, не буду говорить, но там достаточно много, у каждого какой-то процент сняли зарплаты, и это пошло на помощь госпиталю. Это как я слышал, то есть по прошлому месяцу. Если еще где-то пару Сити недель назад. Сити точно так же собираются это сделать, опять же таки, я не знаю, как они там будут принимать решение, как это будут урезать, сколько и так далее, как я сказал, это все в процессе переговоров, но, конечно, я думаю, что, я не думаю, я уверен, что все игроки английской премьер-лиги не останутся в стороне. Ну и, конечно, хотелось бы сказать со стороны сборной, то, что мы тоже решили и планируем уже сейчас купить 5 аппаратов, которые для легких, которые помогут, надеюсь, помогут людям. И это будет так тоже хороший жест от нас. Це апарати штучної вентиляції легень, я так розумію, так звані ШВЛ, так, штучної вентиляції легень. Я просто не знав, як вони точно називаються. Боявся ошибиться. Да. Окей, зрозуміло. Є запитання чимало футбольних, перейдемо до них. От, Олександре, тебе просять описати трьома словами дербі Манчестера. Ти брав уже участь, були успішні, були неуспішні. Три слова, якими би ти описав в дербі Манчестера? Як тут трьома словами опишеш це? У них з Ліверпулем більше дербі, окей. Сашко. Як? Я не почув, Руслан, не знаю. Руся говорить, що у нас з Ліверпулем більше дербі. Ні, це я просто уточнюю, тому що була... Переривався зв'язок, здається, трішечки підвис. На троєчки. Да. Слышно мене? Я тебе слышу. Сашко опять пропав. Сашко оштрафован будет после эфира. Я тебе скажу потом, за что. Это не серьезно, честно. Организатор всей этой движухи и... Выпадает уже третий раз. Я тебе потом напишу, в чем проблема. Сашко, да? Сашко в лоб получит. Сашко в лоб получит после этого. Я тебе серьезно говорю. Слушай, вы до 4 мая сидите, ждете. Угу. Смотри, дорожка. Несемся. Ну вот ты мне скажи. Смотри, в каком виде я живу. Ты каждый день, да, работаешь? Да. Ага.
Смотри, у меня вид на старый город, все зелено, 20 градусов каждый день. Завтра 23. Я тебе говорю, Италия топ. Италия топ. Я после Бельгии контраст чувствую сумасшедший. Слушай, что ты... Есть связь или нет? С интернетом что-то подъем. Продовжуємо слышите, про нас проблеми з інтернетом. Так, ви чуєте мене, ми продовжуємо бути в ефірі в даний момент. Ось, перепрошую, на чомусь, напевно, обірвалася наша дискусія. Чи ти встиг сказати про дербі Манчестера, Олександре? Чи чути мене, друзі, зараз? Перепрошую. Сашко, я тебе чую. Сашко, ну що це таке? Організація не дуже. Ми зараз продовжуємо бути в прямому ефірі. Очевидно, виникла якась проблема із сигналом. Бачу, що Олександра теж немає. Так? Окей. Ну, я тобі поставлю запитання, одне із них було. Наскільки змінилось твоє життя відповідно з тим, яке було в Бельгії, можливо, в Україні? Дай, будь ласка, відповідь на це запитання від одного із наших болівальників. Так, це мені вопрос. Як змінилось життя? Ні, це мені. Так, вітаю. Як змінилось життя? Так, ми в ефірі усі разом. Ну, Італія, я не знаю. Мені дуже подобається ця країна. Люди, которые, ну, как, мне очень нравится просто после Бельгии, то есть, да, там тоже много воспоминаний осталось, но есть кухня, погода. В Бельгии ты 4 месяца пасмурно, дожди постоянно, здесь солнце постоянно, поэтому, ну, как, вот отличие. И, конечно же, что дочка родилась, тоже это радость, которая... Італійський спосіб життя, італійська мова, наскільки ти вже освоївся з цим? Ну, я розумію, розумію все, ну, в футбольному плані, в бытовому, якщо хтось дуже швидко заварить, то не все розумію, і якщо на діалектах, тут дуже багато діалектів, якщо на бергамаському починають говорити, то там нічого не зрозуміло. Поэтому, ну, общатися так немножечко можу, але не... Не прям идеально на данный момент. Ну, а жена, конечно, жена лучше знает, она, если у меня есть какие-то вопросы, нужно позвонить куда-то, так она звонит, и она разговаривает. Зрозуміло. Олександр, чи встиг ти розповісти про дербі Манчестера перед тим, як я випав із ефіру? Да, Сашко, ти вже оштрафований, ти знаєш, да? Так, я знаю. Ну, штраф, купити мені зараз штраф. Да, я долго думал и пришел к одному, что по дерби я могу сказать тремя словами, как ты просишь. Три слова вот. Манчестер is blue. Молодец, молодец. Це крута, крута відповідь, безумовно. От. Ну, до речі, Руслане, також запитують уболівальники, і з ким із гравців ти найбільше товаришуєш у команді? Так само я і Олександра це запитаю. Ну, більше з європейцями, з Ремо Фролером, Мартин Дерон, Тімоті Кастані вместе грали в Аталанті. Тобто Бенар Джим Сіті. Тобто більше європейські ребята, хто розмовляють по-англійськи, більше з ними общаємося. Марио Пашалич тоже. То есть, ну. А Пашалич на русском не говорит? Не, чуть-чуть. Не, он должен слов. Хотя бы чуть-чуть. Он же играл в Спартаке. Ну, он... Не, ну он играл, но он нет, он вообще не разговаривает. Он знает привет, приятного аппетита такое. Как дела? Ну, как бразильцы в Шахтере где-то. Ну, я понял. Сашко опять оштрафован будет.
А с этим, с которой в «Металлисте» был, Гомес? Нет? Он на русском, нет? Не, он только знает «Привет». И серьезно? Пока... сколько он лет был «Металлист»? Я даже не за год, может, чуть больше, по-моему. А, да, он там немного давал. А сколько, слушай, сколько ему лет? Он такой, блин, молодец, конечно. Уже за 30, да, ему? Ну. Окей, я тут, друзі. Перепрошую, через певні проблеми зі зв'язком виникають у мене. І чомусь я вас не чую, але ось зараз ми, здається, чуємо один одного, так, друзі? Перепрошую, у мене виникають... Та що, ми так до завтра не закінчимо ефір, я тебе так скажу. Ні, в нас ще є трошки питань, ми зараз, я перепрошую, що час від часу я переключаюся. Ні, та питання у нас трошки ще є, а часу у нас трошки ще немає вже. Сашко, нужно поставить телефон и руками его не трогать, ничего не будет отключаться, я так скажу. Мабуть, ви праві, це правда, через те, що є. Друзі, кому з воротарів було найважче забити кар'єри у ваші, голи у вашій кар'єрі, скажіть, будь ласка. Я думаю, что для Русика это Пятов, потому что он на тренировках вообще не может ему забить. Он на тренировках ему не может вообще забить ничего. Андрюха подтвердит. Ну, не залетает. И тоже на Сен-Сиро тоже не залетело. Если бы другой вратарь стоял бы, по-любому там бы. Так Пят стоит фартовый просто. Не могу забить ему. Зрозумел. Сашко, ну это вопрос больше к Русику, а не ко мне. Я ж по воротам не бью. У меня ж... It's not my business. Мое ж дело вот ближнему спокойненько, туда-сюда. До речі, є запитання інше. З ким з гравців збірної України у вас найбільше загальних фото? Ви можете згадати? Загальних фото? Ну, спільних, скажімо, спільних. Я думаю, що у мене з тобою, Сашко, тому що кількість інтерв'ю, скільки я дав тобі вже, чесно. Але ти знаєш, сьогодні, до речі, я побачив, навіть вчора увечері, дуже веселу фотографію Миколи Матвієнка. Ти бачив його фотографію нинішню? Так це не він, то він зробив фотошоп. Ти думаєш? Та я уверен. Ну а що, не видно? У нього не кучерявий голос, у нього бороди взагалі немає. Да. Он же такая борода, это... Он же хитрий. До речі, Руслан, я пригадую якось у збірній такий цікавий момент, як ви сфотографувалися разом із Максимом Малишевим, з яким у вас є спільний такий тривалий період і в кар'єрі. Я думаю, що ця фотографія була в чомусь знакова, чому ви... Я вас сфотографував якраз, ви хотіли сфотографуватися саме у збірній разом. Розкажеш цю історію? Да, конечно, это была первая фотография, и жаль, конечно, что так с Максом произошло, такая травма, даже череда травм, после которых ему все-таки пока не удается выйти и вернуться в тот футбол, который он показывал до этого. И, конечно, после того, как он травму получил, он хотел вернуться в сборную и в клубе, то есть отвоевать место в составе, но... На данный момент он восстанавливается, я надеюсь, что что-то поменяется и может какие-то сверхсилы или может какие-то новые медицинские идеи придут и помогут ему, чтобы решить его проблему. Но ты перебываешь с ним час в час на связку, телефонуешь ему, поддерживаешь его? Да, мы общались, ну, переписывались пару дней назад, то есть и... У него есть дискомфорт в колене еще, поэтому... Ну, посмотрим, как будет. Я, конечно, желаю ему здоровья и надеюсь, что все-таки какие-то... кто-то ему поможет с этой проблемой. До речі, я хотів це одразу згадати, трішечки потім ми говорили про інше, що є один приємний факт для вашого краю, для Житомирщини. Ви ж обоє з цього чудового Житомирського краю, Житомирської області. Uh-huh. І ось
із Житомирщини, Житомирської асоціації футболу, написали до нас. Вітання з Житомирщини. Чи реально у найближчому майбутньому побачити поєдинок між командою Житомира, де молодовський капітан, та Радомишля, де капітаном Зінченко? Ну, зараз, звичайно, часу небагато. Що ви думаєте? Сашко, ну, можу так сказати, вони побачать цей матч, коли стадіон достроять. Який строять вже 2 роки. Ти про Спартак? Я не знаю. Ні, центральний стадіон в парку, який вже там... Там його за півгода можна було построїти, вже 3 роки строять, не знаю. І ще довго будуть строити. Ну, ми можемо я можу предложити, ми можемо зіграти в Радомишлі. Я думаю, в Радомишлі більш реально, ніж в Житомирі. Ти, кстати, буци можеш не брати в кросовках. Гарно, що ми зберігаємо гумор. До речі, є от питання. Ви обоє приклад того, як треба долати непрості періоди в кар'єрі, коли десь щось не складається. І от, зокрема, є запитання від одного із наших вболівальників. Ваша порада тим молодим хлопцям, які хочуть дорости до рівня гравця професійної команди, можливо, гравця збірної команди. Тому що і Руслан, і Олександр, в вашій кар'єрі були такі етапи, коли саме ваша наполегливість, те, що ви не звертали увагу десь, або ви самі скажете, як ви ставилися з цими непростими ситуаціями, коли можна було подумати, що світ від вас відвернувся, так? Що ви порадите молодим, юним? Русик, ну давай ти. Да? Ну давай я. В першу чергу, ну, я думаю, это нужно идти к своей цели. Я думаю, что когда мы были маленькими мальчиками, бегали во дворе, и потом вечером смотрели Лигу чемпионов, и хотелось спать, но Лига чемпионов была поздно, и хотелось посмотреть. Это мечта, к которой стремились. И второе, в чем проблема заключается многих, даже я могу по моим воспоминаниям, которые были даже в Житомире, что были талантливые ребята, но наступает такой период в определенном возрасте, когда нужно чем-то жертвовать, нужно делать выбор, и очень часто молодые ребята в таком возрасте делают неправильный выбор. А когда уже более взрослеют и осознают это, они понимают, что сделали неправильный выбор и жалеют об этом. Вот в чем проблема. Поэтому футбол – это не только то, как ты тренируешься, играешь. Это тоже решение, как и на футбольном поле. Нужно принимать всегда правильные решения, так и в жизни. Нужно всегда, когда есть 2 решения, всегда нужно выбирать правильное решение. Поэтому нужно тренироваться, идти к своей мечте, работать над собой, учиться, я думаю, тоже вести правильный образ жизни и делать тот выбор правильный, который поможет тебе в будущем стать футболистом. Сложно, на самом деле, добавить уже к вышесказанному, потому что я полностью поддерживаю и еще раз хотел бы подчеркнуть эти все слова и сказать по поводу выбора, что действительно нужно человеку жертвовать чем-то ради того, чего ты хочешь добиться. Можно много говорить банальностей, там много работать, тренироваться, без этого, конечно, никуда. Но ты должен по-настоящему этого хотеть, иначе просто-напросто ты этого не добьешься. Никак. Можно всегда искать 1 000 000 причин, почему я не смог, а вот если бы у меня, а если... То есть, ну, всегда нужно этого хотеть. Это не связано только там стать футболистом, или это связано с любой целью. Если ты этого хочешь, ты этого добьешься. Если ты этого не добился, значит, ты не так этого хотел. Даже изначально, там, я не знаю, из простого начать, ты идешь на тренировку, и после тренировки себя спрашиваешь, я не знаю, как я сегодня выглядел. Если ты сегодня, ты должен идти на тренировку, цель сегодня должен быть лучшим. Вот и все. И nice and easy. Цілком з тобою згідний. Ну, до речі, от зараз з'явилася інформація, в тому числі, ну, поки що це, напевно, лише обговорення, про можливе зацікавлення Вестхема до Руслана, але є запитання, як, Руслан, ти себе би міг бачити в перспективі грати в англійському футболі, чи подобається тобі англійський футбол? Ну, в першу чергу, ну, це все... СМИ информации. Сейчас я не думаю, что команды сильно думают о трансферах, которые они будут проводить в ближайшее трансферное окно.
во-первых. Во-вторых, мы проходили сборы в Англии, у нас было 3 товарищеских матча с Аталантой. Конечно, поля, болельщики, атмосфера. При том, что собирались не всегда полные стадионы, но атмосфера была шикарная, конечно. Мне нравится премьер-лига, но я не думаю, что сейчас что-то нужно обсуждать и о чем-то думать. Я даже не замыслил, ну, не думал об этом, потому что нету никаких предпосылок по этому поводу что-то обсуждать. Ну, а так гіпотетично, Олександр, як ти вважаєш, у Руслана є все для того, щоб так само певно грати в англійському футболі, як в британському чи в італійському? Я взагалі жду його, він Давид Сіла закінчує цей сезон вже туди, на його місце, під ліву ножку. Я його жду в Сіті. Так, звісно, ну що значить? У нього, у Руслана є все, він обладає всіми качествами, щоб грати в будь-якій лігі світу. Поэтому, и что я еще подчеркну, я многих видел иностранцев за свою жизнь, не знаю, там, африканцев или там, я не знаю, ну, неважно кого, там, французы, бельгийцы, кто угодно. Но у украинцев есть то, чего, к сожалению, или, не знаю, к счастью, у них нет. Это стержень, это характер. Может, мы не обладаем таким талантом, как они, но характер и стержень у нас всегда будет выше и лучше, чем у них. Потому что нас куда ни брось, мы везде выберемся откуда угодно. И станем на ноги, и будем теми, кем мы хотим. А вот по поводу их, если их бросить в те условия, в которых мы росли, в которых мы воспитывались, я бы посмотрел на эту картину. Поэтому, конечно, у Руслана есть все, чтобы играть в любой команде. Вболівальники пишуть вам багато приємних слів. Дякую, що ви даруєте задоволення своєю грою. І, зокрема, таке питання, який найкращий, найпам'ятніший подарунок ви отримали від вболівальників? Чи були такі? Руслане? Ну, у мене є плакат, кстати. Він у мене вдома, його мамі віддав. Він в Житомирі. Такий великий, великий, красивий плакат. Очень красиво нарисованы. Это не тот, о чем ты думаешь. Зина уже улыбается. Нет, это не тот. Да, большой плакат есть, и он очень красивый, очень профессионально так нарисован. Поэтому вот он, да. А Сашко, у тебя что, все такие выболевания? У меня сразу вспоминается момент, как я выезжал с базы Сити, там очень много... Всегда стоит возле вас много брелков, ну, моего тела, моей прически, моей головы, то есть без глаз, где я держу кубок АПЛ, ну, то есть взято с картинки, но в мультяжном каком-то стиле. И она мне когда дает эти брелки, я просто смотрю, а у нее на предплечье татуировка с моей подписью. Вот это, наверное, самый такой запоминающийся момент, что мне дарила болезнь. Просто татуировка с моей подписью. Я говорю, ты не путай, я не Де Брюйне. У меня чуть другая фамилия. Но... Запитую, хто для вас головний мотиватор, коли справи йдуть недобре? Не так добре, як хотілося б. Давай, Зіно, починайте. Я? Да я просто вспоминаю ситуацию, когда я был без футбола полгода, и когда мне, допустим, сейчас в каких-то моментах непросто, я вспоминаю ту ситуацию, в которой я был тогда, и это меня мотивирует сразу и ставит на место, потому что всегда нужно вспоминать тогда, когда тебе было плохо, и ты сразу мотивируешь сам себя. Руслане, что ты скажешь? Ну, меня тоже выгнали с Академии. Ну, как выгнали с Академии, шофер. Закончился 4 года. И потом чемпионат района, этот, Попельнянского района в Житомирской области. С братом ездили, играли, там коровы пасутся, там... Можно на гранату наступить, как говорится. Но, так играли. Играли там, где-то нужно было играть, поэтому
Какие моменты? Ну, конечно, когда тяжелые моменты, когда крестообразные связки порвал на колени, конечно. Жена поддерживала всегда и говорила, что ничего страшного. Ее сестра приезжала, мне помогала, когда я был один в Бельгии. И это был очень тяжелый период, потому что была неопределенность с командой, и то ли Шахтер вернусь, то ли Генк выкупит все-таки контракт. И травма 8 месяцев. Тяжело было психологически, но я знал, что нужно тяжело работать, чтобы вернуться. Поэтому это такой момент, и то мотивация, это поддержка семьи, конечно. И моя супруга всегда последует за мной, куда бы я ни поехал. Поэтому для меня это очень важно. Где бы я ни был, она всегда со мной. То ли это Генк, то ли это Бергамо, то ли это Запорожье, то ли это Луганск. Она всегда была со мной, поэтому это для меня очень важно. В нас є запитання від вболівальського віку. Ось, зокрема, Настя Бурлака запитує, якщо б ви мали суперсилу, яку б ви хотіли мати суперсилу? Можливо, телепортацію або читати думки? Бувають різні запитання. От від юних вболівальників. Якщо б була можливість вибрати суперсилу, то яку б? Телепортацію? Ну так, да, я би хотів би, мабуть, використовуватися телепортом. Пару разів так точно, вернути час назад. Вот честно, я знаю, что скажу, вот как у меня первая мысль в голове, при том, что какое сейчас в мире, я бы хотел бы иметь суперсилу, что моим касанием я дотрагиваюсь до человека, и он выздоравливает, лечить. Вот, потому что я знаю, что очень много детей болеет и во всем мире, и много, поэтому это такая суперсила, вот мне в голову первая мысль пришла, и вот решил сразу же вот так вот. Так что. Це чудова справді думка, і справді це би допомогло багатьом, якщо би таке могло би бути. До речі, на карантині, в принципі, ну, час помінявся, мається на увазі, більше присвячуємо його сім'ї, але, можливо, з'являється ще час і для якихось інших речей. Запитують, чи зробили ви на карантині якусь таку покупку, яку хотіли зробити, але для цього не вистачало часу. Чи вдалося щось таке цікаво придбати, ну, мабуть, через інтернет, бо зараз неможливо. Було у вас таке? Ні? Та ні. Давай следующий вопрос. Ну що, покупку, я не знаю покупку. Моя покупка, я... Да ні, у мене тут є тільки ошибочна покупка. Це я заказав орбітрек домой, і мені через 2 дні пишуть, що ми тебе дорожку через 2 дні привеземо. Поэтому у меня дома орбитрек и беговая дорожка. Який цікавий фільм подивилися на карантині, який, можливо, порадили би подивитися комусь? Чи дивилися спортивні фільми? Спортивні фільми? Так, спортивні фільми або які фільми? Можливо, спортивні, але будь-який фільм, який би ви порадили. Можливо, серед них були спортивні, але, в принципі, ваш той фільм, на який найбільше сподобався. Я би серіал посоветував всім, хто не смотрел «Бумажний дом». Бумажний? О, я слышал. Дом, La Casa de Papel називається, так. Да. Гарно. Руслане, а ти, які твої поради будуть? Мої поради. Чи немає часу дивитися? Посмотрите, в 20-й раз «Гладіатор» или «Законопослушний гражданин», или, не знаю, «Титаник» посмотрите, если кому-то сильно весело. Ну, не знаю, честно. Насправді, питання ставлять тому, що часу є багато з одного боку, з іншого боку, Руслан не так багато, бо він, очевидно, ну, звичайно, доглядає за дитину. Я з Роксаною смотрю... Сашко, я извиняюсь. Я с Роксаной сейчас по вечерам, когда есть Оливия, когда уснет, то смотрим сериал «Династия» называется. О, такой, також, если кому-то нравится, вот, когда все закручено за вот такое вот. То есть такой неплохой сериал. Ну что ж, це справді цікава думка. От питання, наближаємося вже десь до завершення. Що би найбільше, що перша справа, яку ви зробили би після карантину?
Не думали про це ще? Хороший вопрос. Надо подумать. На самом деле очень много дел и сложно выбрать одно. Ну хотя бы деякі, назви, які найбільш тебе цікавлять. Не знаю, мне сразу первое, что в голову приходит, это я уже не могу, я хочу вернуться к тренировкам, к тренировочному процессу. Как только каратит закроется или, я не знаю, его прекратят, то, конечно, я хотел бы вернуться к тренировкам. Это первое, что идет в голову, потому что без футбола уже просто крыша едет. А остальные вещи все, не знаю, постепенно. Руслан, а ты, вот, возможно, куда-то хотелось бы поехать, когда будет такая возможность? Поехать? Я бы хотел бы в этом году единственное, чтобы дочку с женой на море отвезти. В Италии, если получится. Было бы здорово. Это то, что хотелось бы, чтобы солнце, морской воздух. Вот этого чего хотелось бы. Ну, а первым делом, что, конечно, тренироваться хочется. Хочется куда-то как в этот ритм вернуться, в эту суету. То есть, когда ты перед игровой, после игра, тренировочный процесс, когда ты в общении, в движении. То есть, конечно, я думаю, каждый футболист по этому скучает. Безумовно, цього дуже хочеться. Справді, я також попрошу, щоб до нас приєднався на завершення Вадим Місюра. Він зараз приєднається. Ще раз нагадаю про те, що вийшла зараз книга «Pep City». Сашко, я хочу запитати тебе про те, що цікавого. Ти тут, ну тут взагалі цікаво багато деталей про життя Манчестер Сіті. Можливо, що найбільше тебе вразило у цій книзі, до якої ти написав вступне слово? Я не читав цю книгу, Сашко. А вступне слово? Чому? Почекай. Ну, вступне слово. Ну, я не читав цю книгу. У мене спрашували вопросы или вообще, что я могу и хочу добавить к этой книге. Я дал свой короткий, так сказать, резюме. А тут, але напевно ти прочитав розділ про тебе, тому що тут написано твоїми словами, що тобі сподобалося, як згадується той момент, коли ви стали чемпіонами, ви дізналися, тоді Манчестер Юнайтед поступився Вест Бромвіч Альбіон. І нічию зіграв, по-моєму, ні? Ти був в аеропорту, тут написано, що ти в цей час ти був в аеропорту. І, зокрема, ти згадав цей момент, можливо, які згадуються у книзі. Окей, тоді я насправді прочитав цю книжку учора з великим задоволенням і скажу, що тут дуже багато цікавих моментів, зокрема, кілька цікавих речей. О 7:30 прокидається Пеп Гвардіола і каже, що хто прокидається о 7:30, то він здатен бути непереможним. І, зокрема, тут є цікаві слова і про тебе. Зроблю анонс, я тобі пораджу почитати. Мені було дуже приємно почитати про це. Цікаво тут написано. Ну, власне, це те, що писали журналісти, про спілкуючись із Пепом Гвардіолою. І, зокрема, знаєш, що тут, Сашко, написано, що у тебе за ці роки з'явився вже манкуніанський акцент. Ти згідний з цим чи ні? Пацаны травят меня, как я общаюсь с ними на их же языке, потому что, допустим, тот же Уолкер, Стерлинг, Стоунс, они не разговаривают на чистом английском, потому что он отличается у них от идеального в плане того, что у них слова, то есть по-другому, то есть люди не сразу могут понять. Допустим, тот, кто разговаривает идеально на английском, он не сразу поймет их же акцент, их же вообще сленг. Это такой как бы более футбольный, дворовой сленг. И, конечно, когда ты с ними находишься, не знаю, уже четвертый год или сколько, или третий, ты привыкаешь к этому, и ты точно так же общаешься с другими людьми. Поэтому, может, они меня из-за этого и травят, потому что я общаюсь же на их языке. Ну, взагалі, таких англійців, ну, чи от різні акценти важко зрозуміти, справді. На даний момент буває, що ти не все розумієш, що вони говорять, швидко з'їдаючи слова, чи ти вже призвичаєшся? Ні, я вже за третій год я все розумію, що вони говорять. Проблем з цим немає. Так от, ну, за три роки, слушайте, мої собаки вже розмовляють на англійському. Ну, вони приїхали раніше по своєму віку, ніж ти. Ні, знаєш, ну, один... ну да, вони корінні манкуніанці. Да. Ну, але для тебе те, що ти кажеш через Блу, дербі Манчестера вже стало
такою знаковою грою для прийняття, як твого особистого сприйняття? Прошу прощения, да. Дерби это всегда интересно, это всегда даже то, как ты выходишь на поле с подтрибунного помещения, это просто те эмоции, этот стадион. Я даже просто беру, да, любой стадион, и эти хаты, и Олд Траффорд, это просто атмосфера невозможна, нереально передать словами. Это не то, что смотришь по телевизору, те эмоции ты хочешь просто выжать из себя весь максимум, который в тебя есть. Это дерби. А то, как болельщики уже между собой, так сказать, и дерутся, и кричалками друг друга поливают. То есть это уже вообще отдельная стихия. Руслан, а для тебя вот зараз, Виталий, який такий матч знаковий? Ну, ми знаємо, що є там дербі, де Мілан Інтер чи Ювентус так само, Рома Лаціо, а для Аталанти принциповий суперник. Ну, Бреше, звісно, це дербі з Бреше здесь. Ну, Бреше в этом сезоні так борються за виживання, і ми на виїзді виграли 3-0. Но такой знаковий матч, который був. Я думаю, з Міланом, коли перед Рождеством 5-0 виграли. Я весь матч провел, и, конечно, перед Рождеством, перед выходными, перед Новым годом, это двойное такое удовлетворение было после этого матча, потому что мы знали, что после этого матча будет неделя выходных, и можно будет отдохнуть, и праздничное это настроение. И тоже такой соперник, Милан очень близко к Бергаму, поэтому было приятно одержать таку победу ще з таким счетом. Хочеться сказати про те, що обидва ваші клуби, вони ж залишаються, борються в Лізі Чемпіонів. Ми віримо, що цей турнір буде обов'язково закінчений. Аталанта вже вийшла до чвертьфіналу. Манчестер Сіті у першому матчі 1-8 на виїзді переміг мадридський Реал. Звичайно, там справа ще не закінчена, але дуже важливий крок до виходу в наступний раунд зробили. Хочеться, звичайно, нам усім побажати, щоб ваші клуби зустрілися у Лізі Чемпіонів. Вам би самим було б цікаво таке протистояння за свої клуби на полі в рамках Ліги Чемпіонів? Так ми грали вже з Сіті. Вже не цікаво. Ну, тут зовсім інший раунд, мається на увазі плей-офф, все-таки буде, напевно, більше. Ну, Сити, я не думаю, что Сити все хотят играть. Чего? Не, конечно, будет интересно в любом случае. Но посмотрим, конечно. Я надеюсь, что это обыграть Реал во второй игре. Да. Да, и нужно дождаться, будут ли эти еще матчи. Давайте с этого начнем. Ну, безумовно, это еще неизвестно. Це дуже важливо, чи відбудуться матч, хоча ми сподіваємося, що вони відбудуться, чи там буде формат з однієї гри, чи як буде, подивимося ще. Але те, що Аталанта досягає унікального успіху, вийшовши в чвертьфінал, це однозначно. І дуже прикро, що карантин саме зараз. Ну, для всіх прикро, але для історії клубу Аталанта. Ну і Манчестер Сіті так само вже давно прагне виграти Лігу Чемпіонів. І бажаємо зробити цей впевнений крок з мадридським Реалом і наблизитися. І хочу побажати вам обом, щоб ви зустрілися у фіналі Ліги Чемпіонів, ваші команди. А там уже хай переможе сильніший. Олександре, як ти вважаєш, яке питання заслужило на цю книгу? Можливо, Руслан підкаже. Питання яке? А, яке, ну, так, питання? Чи сподобалося, ми подаруємо автору питання цю книгу. Так там половина питань, ти говорив, футбол ЮА там спрашивает. Это же не болельщики. Не, там болевали. А футбол ЮА. Ну, вы скажите, я просто не помню, можно... уже. Не помнят? Какой вопрос? Слушай, Сашко, ты нам столько вопросов задал, что я уже не знаю, сколько времени. Уже полпятого где-то? Не-не. Погнались до 13-й, мы обов'язково закинем. Ну, для меня, у меня самый... Саш. Сашко, у меня, которая в голове отложилась, это про суперсилу. То, что спрашивали, какую суперсилу. И это точно вболівальниця. Это Настя. Настя Бурлака.
Сашко, погоджуєшся про суперсілу? Давай, так, да, Настюшеньки, да, подарим книжку. Тим більше, що ти телепортаєш, гарно відповів Руслан. Настя Бурлак, це твоя книга. Вітаємо тебе за питання про суперсилу. Вадиме, просимо вас поділитися враженнями від нашого спілкування. Долучіться до нашої розмови якраз на завершення. Я хочу вам сказать, вот Руслан, возможно, всегда, когда берутся интервью, это ну, непросто и кажется, что долго, но вы знаете, у нас вот, например, у украинских болельщиков и представителей сегодня, ну, мне кажется, различных направлений, которые нас слушали, наоборот, создалось впечатление, что оно как на одном дыхании прошло, потому что было настолько интересно. И нам мало, мало, потому что мы бы хотели вас видеть чаще, больше. И в этом есть, ну, и наша задача вот делать такие сегодня торговые марки, делать возможности и встречи. Поэтому мы хотим поблагодарить вас, Александр и Руслан, за такую возможность встретиться нашим болельщикам, представителям средств массовой информации. И вместе узнать, как вы живете, какие сегодня есть проблемы. И, естественно, вместе стараться преодолевать вот те сложности, которые нам вот эта кризисная ситуация, пандемия приносит. От себя лично я хочу отметить, что сегодня очень важно было проводить не только эти мероприятия и с нашими партнерами, потому что это наша совместная поддержка спорту. Спорт не должен находиться независимо от тем, которые есть на каких-то. Да, ну, то, что сегодня очень важно поддерживать бюджет. Нельзя сокращать сегодня на эти направления средств, потому что закончится пандемия, и мы, как люди, в первую очередь хотим также видеть наш любимый футбол, другие виды спорта. И, естественно, вместе нам это будет легче преодолеть. Я хочу поблагодарить наших партнеров, Украинскую ассоциацию футбола, за и Александр, вас лично, за то, что действительно мы смогли сделать и делаем такой хороший проект в этом плане. Торговая марка хочет сказать, что Паримач сегодня не оставляет сегодня на этих мероприятиях свой взгляд. Мы сегодня продолжим также в нашей такой платформе PM Education нашу образовательную программу. И на следующей неделе у нас будет возможность опять с вами встретиться в рамках спортивного маркетинга, который мы будем сегодня также проводить в таком онлайн-режиме. Я убежден, Александр, что книгу, которую вы писали, вы написали очень четко и правильное безусловие. Почему? Потому что вы живете и общаетесь с этим человеком. Я убежден, что вы многое знаете, и это очень важно, что такие книги появляются. Но мы убеждены, что также есть сказать, что нашим тренерам, и мы сегодня в рамках нашего другого проекта будем планировать также встречи с нашими тренерами, потому что у нас, и Руслан говорил о своем тренере, да, у нас есть люди, которые могут поделиться. Поэтому, дорогие друзья, торговая марка Паримач сегодня остается с вами, мы вместе работаем. Еще раз благодарю Руслан и Александр и вас за такую прекрасную возможность пообщаться с вами. Спасибо. Спасибо. Дякуємо вам, Вадиме, дякуємо Паримач за такий чудовий задум. Дякую, хлопці, що знайшли цей час. І вболівальникам, і вам хочемо побажати витримки, сили духу, щоб пережити цей непростий час. Звичайно, ми потрапили в такі умови, яких раніше ще не було. Ну, але що, тримаємося, підтримуємо один одного. Ну і все буде добре. Віримо у це. Сашко, хочу сказать, что спасибо всем болельщикам, которые были сегодня, следили за нашей трансляцией. В первую очередь мы играем для болельщиков, и это очень важно, чтобы мы были с ними на связи, чтобы делились с болельщиками информацией, которая у нас есть. И я надеюсь, что в скором времени все наладится. И хочу посоветовать всем людям, чтобы были более дисциплинированные, и тогда мы все преодолеем. Потому что самодисциплина – это один из факторов. Когда есть самодисциплина, мы
можем сделать большие вещи благодаря этому. Поэтому я желаю всем терпения, здоровья и надеюсь, скоро увидимся на футбольних полях. Дякую, Руслан, за ці приємні слова. Сашко, ще кілька слів від тебе на завершення вболівальника. Завжди приємно мати спілкування з нашими болельщиками, тому що без вас ми ніхто. І це ви продемонстрували на протягом всього відборочного циклу на чемпіонаті Європи. Я вже мовчу про те, що було раніше. Але як наглядний примір, грати просто с такой поддержкой настолько приятно, и то, что вы сейчас с нами на связи, это говорит и подчеркивает о том, что даже в такие непростые моменты вы всегда с нами, а мы с вами. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, терпения, и вместе мы преодолеем это. И, конечно же, нас предстоит очень непростое время в плане футбола, потому что будет столько событий, и без вашей поддержки, к сожалению, мы не сможем справиться, поэтому вместе мы сила. Дякуємо, хлопці, за ці теплі слова для наших вболівальників. Зі свого боку також дякуємо вам, що ви знайшли світанок з чемпіонами. Breakfast with Champions, справжні чемпіони. Малиновський Руслан і Зінченко Олександр, чемпіони Бельгії, чемпіони Англії і чемпіони справді наших сердець. Друзі, вам терпіння, витримки, вдачі і до зустрічі разом з вболівальниками на стадіоні. Тримайтеся. Спасибо. До свидания. До свидания. И на канале УАФ. До встречи, друзья.